Семена свеклы столовой Ларка представляют среднеспелый сорт, созданный голландскими селекционерами. Он культивируется уже более 20 лет, и за это время завоевал популярность среди огородников. Созревание приходится на июль-август, через 115-120 суток после всходов. Корнеплоды достигают массы до 300 граммов, имеют округлую форму и темную красную окраску. Мякоть нежная, со сладким вкусом. Сорт устойчив к стрелкованию, демонстрирует отличные вкусовые качества и урожайность до 6,5 кг с 1 квадратного метра. Пригоден для коммерческого выращивания и механизированной уборки. Свекла столовая Ларка – это однолетнее растение. Свекла столовая Ларка имеет среднеспелый срок созревания. Плоды свеклы созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 150-300 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округлая. Цвет плода темно-красная, вкус сладкий, мякоть нежная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.